Сьогодні ми хочемо поговорити про Всесвітній день йододефіциту. Так, друзі, і це досить таки важливо, тому що ми взяли собі за основну лінію завжди казати і робити усе можливе, аби якість вашого життя тільки покращувалась. А йододефіцит – це досить таки небезпечна історія, і у ній нам сьогодні допоможе розібратися Борис Маньковський. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний за фахом діабетологія, заслужений діяч науки та техніки України. Так. Давайте почнемо з того, що таке йододефіцит і яка симптоматика у нього. Доброе утро еще раз, доброе утро, ваши наши телезрители. Во-первых, я хотел бы поблагодарить за приглашение. Мне очень приятно сегодня быть с вами, и это очень, мы подняли очень важную тему. Дело в том, что йододефицит – это, в общем, глобальная проблема. Действительно, как это ни звучит, в общем, широко, но это действительно проблема, которая является очень важной для общества, для экономики, для медицины во всех странах мира. Что, почему разбивается в принципе йододефицит? С вашего позволения, зайду чуть-чуть. Давайте издалеку. Да. Дело в том, что йод образуется, йод приходит к нам, в нашу пищу, в наш организм, с морей, с океанов. То есть, соответственно, чем дальше мы находимся от морей и океанов, тем, соответственно, меньше поступает йода. Йод поступает, соответственно, из воды поступает в растения, потом животные его съедают и так далее. То есть, происходит определенный кругооборот, который заканчивается тем, что в наш организм поступает нужное количество йода. Йод является абсолютно необходимым для функционирования такого органа, как щитовидная железа. Щитовидная железа – это... Но я думаю, всем известно, это орган, так называемый эндокринный орган, орган внутренней секреции, который вырабатывает гормоны, которые необходимы для жизни. Поэтому если у человека повышенная функция щитовидной железы, так называемый тиреотоксикоз, это болезнь, или сниженная функция щитовидной железы, гипотиреоз, это тоже болезнь. И вот что происходит во время... Ситуация, когда имеется йододефицит. Ситуация, когда имеется йододефицит, имеется проблема именно с формированием, функционированием щитовидной железы. И очень четко проблема йододефицита видна в горных регионах. Например, вот это было очень характерно до начала, наверное, 20 века, до середины 20 века, в Швейцарии, в Альпах. У большинства людей, которые жили в горах, у них была увеличена щитовидная железа, так называемый эндемический зоб. И вот это, поэтому йододефицит приводит. Самая главная проблема, которая приводит к йододефициту, скажем так, в медицинском и в социальном плане, это отставание детей в развитии. И вот такой вот термин, который мы, наверное, все, то есть я уверен, что все слышали, но, наверное, не все осознавали его медицинское значение, а признавали его даже как элемент, как ругательство, слово кретин. Да. На самом деле это медицинское название ребенка с рожденного в йододефицитом. Районах. Так. Почему? Потому что при этом, к сожалению, происходит отставание в интеллектуальном развитии. То есть это главная проблема с йододефицитом. Поэтому более чем в 140 странах мира, то есть огромное число, и опять же, к сожалению, Украина в это число не входит, несмотря на многолетние уже дискуссии на эту тему, приняты законы о борьбе с йододефицитом. Это очень, на самом деле, просто организовать. Йодированная соль, например. Или йодированное молоко. Получается. Или добавляется в корма животных. Вот, допустим, в Швейцарии, несмотря, Альпы остались, так. Горы остались. Йод-дефицит в горах остался, а у людей йод-дефицита нет. Почему? Потому что там добавляется йод, например, в корма для коров, и, соответственно, люди пьют молоко, обогащенное йодом. То есть йод-дефицит – это проблема. В глобальном плане это проблема развития детей, а в индивидуальном плане это проблема с щитовидной железой. Хотів би також уточнити один такий маленький нюанс. От зараз ми живемо досить таки в швидкоплинному світі. Це діджиталізація, це постійна зміна клімату, там ще щось. І у людини з'являється така симптоматика, як усталість, знаєте, втомлюваність така досить така велика. Чи є ще якісь показники, за якими можна зрозуміти, що це саме йододефіцит у людини? Ці проявлення, которые вы назвали, как мы говорим в медицине, они не специфичны. То есть они могут быть вызваны очень многими причинами. Причинами, абсолютно не связанными с медициной. В виде постоянного стресса, особенно в условиях экономических проблем, социальных проблем, проблем со страхом в условиях COVID-19. То есть причин очень-очень
очень-очень много сигналов. Просто одразу же відправляють до ендокринолога. Да, одно, но могут быть и медицинские причины. И одно из причин, вот те, которых вы назвали, это, даже может быть, не столько йододефицит как таковой, а проблемы со щитовидной железой. Дело в том, что снижение функции щитовидной железы, оно может быть вызвано в ситуациях йододефицита, а может быть происходить по очень многим другим причинам. Например, самая частая причина – это так называемое аутоиммунное заболевание, то есть когда собственный организм начинает атаковать различные организмы, в том числе в данном случае щитовидную железу, так называемый аутоиммунный тиреоидит Хашимото, который очень часто приводит к снижению функции щитовидной железы. То есть, в принципе, в условиях налаженных системы профилактических осмотров, как раньше у нас говорили, в принципе, в термине ничего плохого нет, это можно применять или в американской, допустим, так называемые чекапы, как сейчас тоже используются такие термины. Один из анализов, который является обязательным, это определение, такой анализ ТТГ, тиреотропный гормон, который позволяет показать или выявить снижение функции щитовидной железы. То есть, если уровень ТТГ повышен, как ни странно это звучит, то функция щитовидной железы на самом деле снижена. А скажіть, будь ласка, якщо Максим, наприклад, сказав про втому, ви кажете, що це не обов'язковий показник саме йододефіциту, то які симптоми будуть наштовхувати нас на те, що потрібно переглянути саме своє здоров'я? Понимаете, я бы хотел немножечко разделить. Йододефіцит – это проблема медицинская, социальная, которая приводит вот не только к поражению щитовидной железы, но или, вернее, через поражение щитовидной железы к, прежде всего, проблема замедления интеллектуального развития и в конечном итоге, что появляется люди, большое количество людей, которые, к сожалению, не могут учиться, не могут поступать в университеты, не могут успешно работать, и это не их вина, это, к сожалению, так получилось в силу биологических, медицинских причин. И другой момент – это проблема щитовидной железы, которая может быть со стороны щитовидной железы, которая может быть обусловлена йододефицитом, может быть обусловлена другими причинами. То есть поэтому, в принципе, когда мы диагностируем или выявляем именно проблемы со стороны заболевания щитовидной железы, которая, а йод-дефицит, в принципе, по правилам, надо знать эндемические районы, опять же, повторяю, это горные районы, это районы отдаленные, в Украине много таких районов, потому что, отдаленные, опять же, от морей, и от океана у нас нет, соответственно, от моря, это чем дальше, тем, соответственно, большая проблема с йод-дефицитом, и можно посмотреть уровень йода в организме, определяется по выделению йода в моче. Это, соответственно, есть лаборатории, это делают, но главное для человека, может быть, не столько определять уровень йода, уже для взрослого человека, а именно вот определять функцию щитовидной железы. Для кого очень важно помнить о необходимости замещения йода, это для беременных женщин. Ага. Потому что во время беременности йод должен поступать в организм. Вообще, в принципе, потребность йода у женщин 150-300 микрограмм в день, у мужчин меньше немножечко, до 150 микрограмм, но эта потребность существует. Обычно она восполняется продуктами. Например, рыба, причем рыба с белым мясом, так называемая, не красная. Да, эта рыба содержит больше всего морские продукты, опять же, в силу происхождения йода, фрукты. Поскольку у нас, опять же, у нас не йодируется соль, у нас не йодируется корма для коров, поэтому, к сожалению, в этом плане у нас поступления нет, но йодированная соль, в принципе, продается, просто ее люди не покупают. Так, она просто выглядит, она темная, и поэтому люди ее не хотят покупать. Но, в принципе, конечно, если выбирать, лучше йодированная соль, потому что никаких угроз для здоровья она не представляет. Так. Наоборот, она... А яка допустима кількість самої йодованої солі? На самом деле, в принципі, здесь переизбыток йода з питанням достатньо трудно практично не виникає. Могут быть переизбыток йода, но это при других процедурах. Например, когда людям делают диагностические процедуры. Например, сейчас на слуху комп'ютерна томографія. І комп'ютерна томографія з контрастом, так от контраст содержит много йода. Или любое другое исследование с контрастом. Потому что такое контрастное вещество? Это обычно йод. И вот тут йода много, и если у человека проблема, например, исходная со щитовидной железой, это может эту проблему спровоцировать. Но тут абсолютно другие количества, чем те, которые мы съедаем в щепотках соли или в еде. А вот вы сказали, что, например, за рахунок анализа можно зрозуміти, что проблема с щитовидной железой, и потом виявити, что есть надлишок, например, йоду в организме. Так? А вот, например, если самому как-то на первых этапах, не знаю, народ,
кислородними засобами? Чи якось можна виявити? Чи помітити, що якісь смакові рецептори змінюються? Нет. Ніяк? Нет, нет, нет. Угу. Это, поэтому мы говорим, что в принципе задача борьбы с йододефицитом – это задача государства, несомненно. Угу. Потому что на это, в принципе, еще так больше 140 стран. То есть это причем они, мы не говорим только там Соединенных Штатов Америки или Германии. 140 стран – это, естественно, включает страны и гораздо худшим социально-экономическим развитием. И все равно в них приняты эти программы, и в них выполняются эти программы. Но в чем еще очень интересный момент? Последние годы, наверное, стал актуальным, причем, опять же, для развитых стран. Это проблема увлечения вегетарианством и особенно веганством. То есть такая... Да, конечно, ого. Потому что мы же особенно истинные, ну, веганы, они же не едят ту же рыбу. Они, то есть они не получают, в результате не получают йода, который, даже если, если допустим, к примеру, те же добавляется йод в корма коров, и им в мясе есть йод, но если люди его не едят, то, соответственно, он не поступает. Поэтому такая вообще я сторонник того, что любая избыточная какая-то диета всегда в той или иной степени вредна. Так в данном случае есть такой избыток, отказ от мяса, отказ от рыбы приводит к тому, что не поступление, не только белок не поступает, достаточно аминокислоты нужны, но в том числе и возникает проблема в йода. С йодом даже в тех странах, где эта проблема уже полностью решена. Скажите, с йодованою сіллю, тут кажут, что я такий, ну я не знаю, как правильно это назвать, можливо, міф, це коли ти відкриваєш йодовану сіль, відкрита пачка, йод випарюється досить таки швидко. Це правда чи ні? Ну, я не думаю, що це може бути. Тут вопрос більш технологічний, я не думаю, що це так, тому що якщо вряд ли ви відкриваєте соль і держимо її где-то там на відкритих пространствах, ну, то я думаю, що якщо, як обычно, ми хранимо продукти і хранимо в тому числі соль, не должно бути каких-либо проблем. А ось дивіться, ще такий момент, просто я згадую про те, що завжди в школі, наприклад, казали, обов'язково дітей потрібно вивозити саме на море, тобто, щоб відпочивали. Тобто, це йде навіть не просто з цілею того, щоб відпочити, а й саме, щоб якось побути біля моря і насичити наш організм йодом. Правда? Ну, по всій відомості, в тому числі. Тому що, дійсно, ну, отдих і отдих на море, дійсно, морський воздух, морський клімат, це, звісно, комплексне влияння на оздоровлення. І в тому числі, звісно, от приморські регіони, це регіони, які йоддефіцит бути не має. А ви ще сказали про вегетаріанство, наприклад, що якщо вони не вживають, то у них виникає йододефіцит. А чим вони можуть замінювати? Ну, от якщо вони все ж таки вже вибрали такий шлях. Ну, от опять же, тогда соль должна бути обязательно йодированная, да, потому что получается, у нас в стране, как бы, опять же, то, что мы говорили несколько минут назад, очень мало используют йодированную соль. Mm-hmm. То есть, получается, нет поступления ни с рыбы, нет поступления с продуктов, нет поступления извне из йодированной соли, возникает йододефицит. И особенно, если, насколько я понимаю, в общем, вегетарианство, веганство, это сейчас тренд молодежи, тренд, допустим, тех молодых девушек, женщин, которые могут, которые беременеют и так далее. И вот, соответственно, вот это вот проблема, то есть в условиях беременность в условиях йододефицита, рождение ребенка с йододефицитом, это, к сожалению, это огромная проблема для в плане вот интеллектуального развития. Так, ну тут треба бути обережним, знаєте, от одразу виникає запитання з приводу нашого способу життя. Ми ж то живемо у діджиталізованому світі, і багато начебто для нас нормально, а для організму виходить корисно. Так от, хочеться вашу експертну думку почути, які наші звички або який наш ритм життя може шкодити щитовидці. На самом деле, в плане на сьогоднішній день нет таких либо доказательств, що вот наш змінившийся образ жизни, та же діджиталізація, каким-то образом влияє на щитовидну железу. Нет, в этом плане нет ли каких-либо моментов. В принципе, ну, мы с вами должны помнить о том, что мы живем в общем регионе очень близком к Чернобылю. Да. И в принципе, к сожалению, у нас было после Чернобыля довольно много случаев рака щитовидной железы. И это связано, опять же, с выбросом, с радиацией. Кстати, вот это мы говорили с вами про избыток йода. Вот эта ситуация избытка йода была радиоактивного в момент. Но это, соответственно, другие абсолютно выбросы, чем бытовой йод, о котором, или йод в пище, о которых мы говорили. То есть каких-либо моментов образа жизни, которые влияют на щитовидную железу, нет. Но тут можно сказать, в каком плане, что вот наш образ жизни предрасполагает тем проблемам, которые вы говорили, усталость, слабость, переутомляемость, нервозность, излишние стрессы, которые, в общем, надо, как мы говорим, дифференцировать, это надо отличать от заболеваний щитовидной железы. Так, ну, поэтому, нужно же відпочивати, я так розумію. Да, и поэтому, к сожалению, очень легко списать, допустим, слабость, усталость, недомогание именно на образ жизни и пропустить заболевание. Поэтому нельзя, тут как опять же баланс, нельзя все списывать на заболевание, но нельзя и пропускать болезни тоже. Так, знаете, одразу хочется перейти до харчування. Вот вы сказали про білу рибу, про біле м'ясо, потім йодову
йодована сіль. Я на вашу думку, які ще продукти от must have повинні бути в раціоні людини, або аби правильно підтримувати от йодний баланс? Ну, здесь от не так головне, я назвав, то это фрукти. Угу. А які саме? Фрукти здесь очень многие, очень, в принципе. Тобто яблуко, да, банан, да, да, груша. Да, банан, да, 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 они, да. Овощи, тире помидоры, тире тоже они. Огірки можуть бути? Огірки, да. То есть, опять же, это в данном случае очень хорошо, это питание, так называемое здоровое питание. Ну, к примеру, так. Американский подход раньше было 5 фруктов или овощей в день, сейчас они подняли до 9 фруктов или овощей в день, как они пишут, для лучшего здоровья. То есть, в принципе, это соответствует вообще профилактике очень многих заболеваний. То есть, вот это вот, это главное, морская капуста, например, если тоже такой продукт, далеко не все его любят, конечно, но, в принципе, тоже, то есть, опять же, морские продукты, морепродукты, это именно, опять же, вот иногда люди думают, что любая рыба все-таки лучше именно, как мы говорим, белым мясом. Да. Ви знаєте, сьогодні, якраз саме в день йодного дефіциту, ми дякуємо вам, що ви все ж таки дали зрозуміти, що це навіть більше до щитовидки нам потрібно придивлятися, все ж таки розуміти, що йододефіцит може бракувати це захворювання. І ми сподіваємося, що тепер точно вже і вегетаріанці зрозуміють, що, можливо, десь треба переглянути свій раціон харчування. І ви, любі глядачі, точно будете знати, на що слід звернути увагу у цей день, у цей четвер. Отже, молодці, відео подивилися, а тепер зробіть те, що по-справжньому покращить ваше життя. Підпишіться на YouTube-канал «Правда тут». Обов'язково залишайте свої коментарі та подаруйте нам свої вподобайки, щоб ми дійсно знали, що цей матеріал, який ми готуємо для вас щодня, дійсно цікавий. We'll be right back.